Было времени суток. Давайте еще короткое видео. Крымский мост в ноябре. Что ждет Крымский мост в ноябре? Какие-то на мосту будут изменения. Что-то будут обновлять, потому что либо что-то выйдет из строя старое, либо какая-то система не будет срабатывать, поэтому вполне возможно, что будут на мосту какие-то обновления или какие-то работы. Сейчас может быть меньше туристов, поспокойнее на мосту будет, поэтому может быть там что-то будет обновлять, тот же асфальт там или еще что-то. У нас он очень быстро, колея образуется на дорогах. Так, ну что там будет с мостом? Есть ли опасность для моста в ноябре? Ну, какие-то могут быть попытки диверсии, но все они будут отражаться, будут их решать. То есть это будет незначительное такое какое-то. Ну, больше вот тут больше стоит опасаться именно диверсии на самом мосту. По вот этой карте обмана. Это, как помните, был этот взрыв машины на мосту. Вот такого плана диверсии стоит опасаться. Так, мост стоит в ноябре, останется стоять. Мост останется стоять, но я говорю, такое впечатление, что будет какая-то попытка диверсии и придется что-то перекрывать. Угу. Так что есть, конечно, опасность. Дай бог, чтобы расклад мой не сбылся, но придется менять там планы и работы, планы, все. То есть опять придется чего-то ремонтировать, но все будет успешно решено, поэтому тоже волноваться особо не стоит. Ну, не угомоняться никак, но это слишком уж такое сооружение важное и для нас с одной стороны важное, для Крыма важное, но для украинцев важно в том плане, что это их вот опять, наверное, марку в очередную выпустят, если что. Вот. Ну, поэтому даже когда там все на Украине закончится, все равно попытки будут. И будьте, пожалуйста, очень аккуратны, кто вот мне пишут иногда там Закарпатье. Молдавия. Я вот там просто по географии не помню, как там проходит вот эта вот цепь гор. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Возможно, землетрясение. В Одессе уже сегодня зафиксировали. Они не будут сильными, но могут доставить какие-то неприятности. Особенно, если это горы, то, сами понимаете, может быть, где-то оползни, обвалы. Хотя горы очень старые, но все-таки сходы лавин вот этих снеговых. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны, очень аккуратны, кто живет вот в горах, в районе гор. В любом случае, всем вам желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. Всех вас обнимаю, всех вас люблю. Ждем окончания всего и наступления мира. Если у меня получится, не обещаю, но если получится, постараюсь вам для вас записать очень неожиданное видео. Если уговорю собеседника. До новых встреч!